отца протоиерея Марка за молитвы сегодня, Ксению, за чтение пения, всех вас, братья и сестры, за молитвы, причастницы и причастники. Сейчас послушайте благодарственные молитвы. Да поможет нам Господь Бог, как мы слушаем молитвы, особенно в пасхальное время. В алтаре это всегда читается тайно. Быть верующими людьми и приходить и поклоняться Христову воскресению. Да поможет нам Господь Бог всегда помнить, что Христос Спаситель воскрес из мертвых и дарует нам жизнь вечную. Будем ли мы приходить к этому свету, к этому спасению, от нас зависит. Да поможет нам Господь Бог так поступать, как подобает православным христианам. Всех с этим прекрасным днем поздравляю. Спасибо за молитву.